Стихийные протоптанные дорожки в Химках превратились в удобные благоустроенные пешеходные тропы. В 2021 году в Подмосковье стартовала программа «Народные тропы». Ее задача – заасфальтировать или выложить плиткой пешеходные маршруты, которыми давно пользуются люди, сокращая путь или обходя препятствия. Теперь по дорожкам не страшно идти в дождь, удобно катить коляски и передвигаться на двухколесных транспортных средствах. Это лучше, чем просто будет вытоптанная тропинка, правда? Люди прокладывают дорогу там, где удобно ходить. Поэтому надо прислушаться к мнению общественности и пользоваться тем, что на поверхности. Конечно, удобнее. А что, у вас сомнения? Всего в Химках благоустроили 25 стихийных народных троп. Где именно заасфальтировали дорожки, узнать можно на сайте администрации городского округа. По данным Министерства благоустройства Московской области, всего в 2021 году в регионе запланировано обустройство свыше 600 стихийных дорожек.